Приветствую всех любителей бокса. Поверхность ТВ, телеканал 1 плюс 1. При поддержке генерального спонсора трансляции боксерских поединков компании «Немиров» рады приветствовать вас в самой большой боксерской арене Лас-Вегаса, штат Невада, Томас энд Мак Центр. В сегодняшнем вечере бокса мы предложим вам два поединка. В первом, который будет состоять из 6 раундов в первом средневесе, перспект Ванес Мартиросян будет встречаться с оппонентом Маркусом Броксом. А во втором поединке вечера в первом легком весе Хумберто Сота и Иван Валле будут оспаривать возможность выйти на поединок с чемпионом мира по версии WBC в этой весовой категории Марко Антонио Баррерой. Что ж, время смотреть бокс. Ladies and gentlemen, by way of Caesar's Palace and Wynn Las Vegas, welcome to the Thomas and Mack Center here on the campus of UNLV, where tonight Bob Arum's Top Rank Incorporated is proud to present the lead of World Class Professional Обычно народу пока не так уж много, но это андеркард, начало только вечера, явно, конечно, подтянутся сюда. Все это происходит в Томас и Мак Центр, самой крупной арене в Лас-Вегасе. Судьи, две дамы, Аделаида Берди, Патрисия Морс и Чак Джампа. Кенни Дэвис рефери в ринге. Вес до 69 килограммов. Маркус Брукс. 6 побед, 1 поражение. Встречает его не ласково здесь почему-то. Ну понятно, потому что Мартиросян как бы местный. Девять побед одержал на профессиональном ринге, 0 поражений у него, 6 побед нокаутом. 6-раундовый бой. Конечно, нет такого опыта любительского, как у Мартиросяна. Все-таки он участвовал в Олимпийских играх, в отборочных боях много провел, помимо профессиональных боев. Быстро дела пошли тут. Как-то застенчиво себя Брукс ведет. По-моему, Брукс уже до боя проиграл. Как-то он настроен не очень. Растерян, не уверен, это плохо. Ну, с первых секунд видно разницу в классе уже.
темп весьма средний, если не сказать посредственный. Брукс занял такую выжидательную позицию. Но видно, что он просто не знает, что делать, и просто ждет, когда за него возьмутся. Первый маркирование. Я думаю, долго это не продлится. Брукс даже не пытается отвечать. Совсем потерялся. Да, грустные у него глаза. Неужели хочет продолжать? Для меня показатель того, что на Маркиросяна серьезную ставку делает сейчас. Вот тот факт, что в углу у него Фредди Роуч, известный тренер, который работает в смене Пакьяо. Фредди признавался пару лет назад тренером года. В общем, ясно все. Пропускает раз за разом. Ну, в общем, конечно, он совершенно не матч, что называется, Маркиросяна. Видно, это было чуть ли не с первых секунд боя. Думаю, что это вот типичная манера. Взять перспективного парня, вести его так, чтобы он выиграл бой за боем противниками, которые явно слабее его, чтобы придать ему уверенности, затем вывести на серьезный уровень, где уже другие будут бойцы, гораздо более опасны. Это вот хороший менеджмент. А плохой менеджмент — это то, что сделали с Маскаевым. Мы об этом еще поговорим. Тем не менее, видно, что Маркиросян тоже, ну, в общем, еще имеет достаточно проблем в обороне, в особенности. Действует простенько. В основном двойка вооружена. Надо прямо сказать, что
такими атлетическими качествами, как у Брукса, ему делать на профессиональном ринге нечего. Скорости нет, силы нет, жесткости нет и нет настроя, соответственно. А вот и Эрик Моралес, легенда мирового бокса. Да, это вообще довольно странная атака была Брукса. А всего-то ему нужно просто собраться и жестче действовать левой рукой. Положение сразу же изменится на ринге. Вообще-то, честно сказать, пока бой не очень складывается. В общем-то, Мартиросян не боксирует вовсе, старается ударить. Опасаться ему нечего, потому что Брукс ничего противопоставить не может, даже не хочет. Боится рисковать. Бой как-то выровнялся и из-за этого поскучнел, прямо скажем. Вот, показался вдруг, кто-то обиделся как бы. Откуда не возьмись. Выбросил вдруг несколько ударов, чем всех удивил. Я думаю, очень быстро, с опытом у любого бойца приходит понимание того, что самый лучший способ защититься – это наносить удары. Просто так не отбегаешься. Олег Москаев появляется сейчас. Идет по коридору в свою раздевалку. На ваших экранах
кращі чемпіонські поєдинки сучасності від компанії Міміра. Четвертый раунд идет, а Брук все еще на ринге. Ну, очень нервно он реагирует на каждую угрозу со стороны Карасяна. И позволяет противнику хозяйничать, делать с собой что хочет. Мартиросян снизил обороты. Очень мало делает в этом раунде. Ведь пропускают даже такие, как раньше боксеры выражались, гнилушки, да? Тут не возьмись. И не сильные удары, не быстрые, а все равно пропускать нельзя ни в коем случае. Техника у Брукса, конечно. И странная психология этого боксера. Может ведь, если желает, тем более, что течение боя позволяет это, но делает очень мало. С поражением на лице написано. Там запутались в канатах телеоператора HBO. Напоминаю, все это мероприятие идет по pay-per-view, то есть на самом высоком телевизионном уровне, что называется, все это шоу.
Конечно, значение этому бою придается огромное. Я имею в виду главное событие сегодняшнего вечера. Маскаев Рахман. Дело в том, что эта схватка пройдет под титулом «Последняя линия обороны Америки». Действительно, очень остроумно. У американцев остался последний чемпион мира в тяжелом весе. Смотрите, как один раунд похож на другой в этом бою. Ну, тут нельзя быть особо строгим, потому что бойцы молодые, с небольшим опытом профессиональных боев, все еще может быть впереди. Очень вяло отмахивается Брукс. Джебом так не веря, что может что-то сделать. Причем уверенности ему не придает даже вот редкие попадания. Достает же иногда. Да. Ну, как говорится, лиха беда начала. Спонсор трансляції «Сім плюс сім'я». Перша в Україні кольорова телевізійна програма. Ну, в углу Фредди Роуз говорит Мартиросяну, проснись наконец. Да, у Брукса, конечно, мало боев, да он еще один проиграл. Но это и неудивительно. Боец нерешительный, вялый и как бы потерявший веру в себя. Не получилось у Мартиросяна. Как-то он зашагнул хорошо, правильно. Ну, Брукс вернулся.
Мне кажется, что тренеров Мартиросян должно насторожить. И Фридеровича, и всех остальных, кто с ним работает, что он все-таки пропускает даже вот такие удары от такого противника. Так надо упрощение его закрыть. Честно говоря, не верилось мне, что Брук дотянет до конца боя. Так все начиналось. Ну, что-то не получается пока. Пропускает и держит. Тем не менее, Брук держит. Ну, держит, знаете, жаргонное словечко в боксе. Терпит удар, что называется. Ну вот. Конец этого боя. Участие публики восторг. Соотечественников Мартиросянов. В общем, отбегался Брукс. Congratulations. So how do you rate yourself? How do you rate yourself in the first 2 weeks before this? That's pretty good. Hey, I want you to rate yourself, then I'm gonna ask you. Тут, по-моему, все ясно. И нечего так тянуть. Сами вы все слышали. Мартиросян выигрывает этот бой, а мы ждем следующего.